Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня я вам хочу рассказать очень интересную деталь о городе Лейпциг. Многие не знают, но в этом городе очень любят Вагнера. И сейчас я вам покажу... Откуда на Беларусь? Сейчас я вам покажу самые популярные места, связанные с Вагнером. Именно тут был дом, где родился Вагнер. А сейчас я сижу в кафе. А там ресторан. А это одна из самых красивых площадей города Лейпциг. Площадь Вагнера. А здесь мы видим памятник Вагнеру. Как мы видим, он был мелковат. Это хорошо видно на переднем фоне. А на заднем фоне мы можем наблюдать его самомнение и огромные амбиции. А еще он любил голых женщин. А сейчас я вам покажу дом Вагнера. Я пришла и выяснилось, что по непонятным причинам дом Вагнера в Лейпциге разрушен. Но он стоял именно здесь.